У жителей Ленинского городского округа всегда найдутся вопросы к медработникам, поэтому встречи с руководителями учреждений здравоохранения всегда востребованы. Ведь во время такого диалога можно получить информацию из первых уст. В течение уже почти 3 месяцев наши доктора ездят еще и по территориям на встречи. Там их встречи проходят в помещении медучреждений. Поэтому у себя на территории следите за информацией в своей поликлинике, в своем файле, следите за информацией. Теперь эти встречи проходят еще и выездные туда, на территории, не только здесь у нас, в центре города. Жительница микрорайона усадьба Суханова Елена Клюкина отмечает, что в ходе таких мероприятий ей удалось решить много вопросов. Сейчас я занимаюсь тем, что мы договорились с работниками нашего здравоохранения, что они в определенный день приедут, будут подготовлены наши жители и сдадут кровь. Причем нам пообещали общий клинический анализ и глюкозу у людей проверить. Да? Это будет такой экспериментальный вариант, чтобы мы потом разместили везде в соцсетях. Многих участников встречи интересовал график приема стоматологической поликлиники. Сколько времени по установленным правилам оказывает услугу врач на одного пациента? Среднее взятое время на лечение у определенных врачей. Врач-терапевт до 30 минут, стоматолог общей практики 25 минут, стоматолог-хирург 18 минут на прием одного пациента. Детская стоматология там 23, тоже 20 и 18 хирургий. А то, что определенное среднее время выведено на прием пациента, это приказ Минздрава Российской Федерации. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской клинической больницы проинформировал собравшихся об итогах диспансеризации в округе. За первое полугодие профилактическое обследование прошли 37 тысяч человек. Также Тимур Асанов пригласил жителей на мероприятие, посвященное Дню защиты детей. То с 31 мая по 3 июня включительно в честь Дня защиты детей на территории наших подразделений амбулаторных, поликлинических и стационарных пройдут те или иные мероприятия с развлекательной программой. Развлекательная программа для наших маленьких пациентов, в том числе самые основные мероприятия, будут в детской поликлинике на ПЛК 36А. Мероприятие будет не только развлекательное. В этот момент, в эти дни можно будет также пройти профилактический осмотр несовершеннолетних. Максимально быстро, удобно и комфортно. В ходе встречи поступило много обращений, с которыми удалось разобраться на месте, а остальные взять на контроль для дальнейшего решения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.